А в музее-усадьбе Чернышевского на рождественском вечере прошел провинциальный салон. В рамках фестиваля камерного искусства звучала духовная музыка, сочинение Баха и Генделя в исполнении мастеров оперной сцены Михаила Журкова и Елены Шатохиной. Завсегдатаев и гостей салона ждали не только прекрасные композиции, но и увлекательный рассказ Галины Орловой-Стильяновой, автора выставки лоскутного художественного шитья. Во-первых, особый день – само по себе Рождество. Во-вторых, то, что мы собрались здесь, в нашем любимом салоне, где мы проводим уже много лет с большим удовольствием, где мы встречаемся с прекрасными друзьями. Сегодня мы очень рады, что мы послушаем в Рождество классическую музыку прекрасного солиста, которого мы очень любим, Михаила Журкова, солиста оперного театра и гостью из Словении. Я сама саратовская, с Энгельса, и работала здесь, начинала здесь в оперном театре, то... Мне всегда приятно выступать в моем родном городе, где столько друзей, где мои родные.